Всем добрый день. Всем хорошего настроения. Это еще пока утро у нас. Я уже попила кофеек и вышла посмотреть, чем мне сегодня заняться. Выбираю работу. Работы много, но я выбираю такую первостепенную работу, которую надо сделать срочно. Конечно, самая срочная работа у меня – это побрызгать кусты и молодые деревца. Но оказалось, что у меня нету этого средства. Это надо идти в магазин. А сегодня идти в магазин мне что-то не хочется. Поэтому я сегодня вот уберу вот эту кусок огорода своего или палисадника. Здесь очень тоже много работы. Там вот... Я вижу, взошли все тюльпаны. Тюльпаны, желтые тюльпаны, они у меня отдельно растут. За ними надо поухаживать. Видите, неправильно дорожку сделала. Да я неправильно сделала дорожку. Вот целая грядка желтых тюльпанов здесь. Надо быстренько сейчас обработать их. Это ежевика. Это ежевика. Ежевика не колючая. Это ежевика, в которой растут очень большие пагоны. Тоже немножко надо прополоть. Обработать вот эти кустики ириса и крыжовника. И, наверное, я сегодня нашла рукавицы свои, в которых я обрабатываю крыжовник и обрежу крыжовник. Вот такой у меня сегодня план моих полевых работ. Приглашаю вас со мной поработать. Еще я хочу сегодня сделать разметку своего поля, где я что буду высевать. Каждую осень я забываю зарисовывать, где что я сеяла, чтобы соблюдать севооборот. Памяти у меня абсолютно никакой, я уже не помню, где какая культура у меня росла в прошлом году. Я помню, конечно, но очень приблизительно. Поэтому я сейчас пройдусь по своему полю, вспомню. Для этого надо пройтись, чтобы вспомнить. И зарисовать себе на листочек бумажечки, где что было посажено. И чтобы соблюсти севооборот, где что я буду сеять в этом году. Все мои планы нарушились, потому что целый день идет дождик. Это во-первых. А во-вторых, как я могла забыть, что сегодня праздник 40 святых. Ну, хорошо, что вспомнила. Поэтому иду в магазин. Ну, а куда же еще идти, как не в магазин? Котики переходят дорожку. Вот так. Вот, рядочком. Вот, хорошие утики. Вот иду в этот красивый магазинчик. Называется «Зеленый свит». Посмотрите, как все выглядит серым и унылым. Дождик уже небольшой. Но все равно сыро, холодно. Стою возле парка, птиц вообще не слышно. Какой-то сегодня день у меня разбалансированный. Все не по плану как-то. Но если я уже в этом райончике пройдусь по этой аллейке. Мне эта аллейка очень нравится. И, наверное, здесь я с вами попрощаюсь.
Ну а с вами, друзья мои, я хочу попрощаться. Сегодня какой-то сумбурный день. Но прежде чем попрощаться, хочу сказать вам большое спасибо, что вы меня смотрите, что пишете свои комментарии, ставите лайки. Я очень рада читать комментарии, отвечать на них. А кто не подписался, подписывайтесь. Ну а пока, до свидания.